Добрый день. Сегодня вот такая классика в большом формате. Джеймс Фенимор Купер, «Последний из магикан», издательство «Нигма», с иллюстрациями Анатолия Иткина, собственно, за которых покупалась эта замечательная книжка. В большом альбомном формате. На полку ее можно не на всякую поставить, потому что она на самом деле большая, она больше стандартной книги. Вот для примера возьмем, например, «Растопчина», покажем классический формат, вот, пожалуйста, настолько больше, то есть не на всякую полку это встанет, но, тем не менее, книжка того стоит, хоть и стоит из иллюстрации качественной бумаги, но не совсем дешево. Обложка тисненная, мало того, что она красивая, она еще и тисненная, есть лессе, чтобы закладывать внутри, хорошая качественная бумага, вот главы обозначено вот такими рисунками дополнительными. Ну, в целом иллюстраций не то чтобы много. Я вот некоторые даже специально заложил, чтобы показать работу художника и быстро это дело найти. Ну, красиво, конечно, нарисовано. Ничего тут не скажешь. Иллюстрации очень красивые, но их не сказать, что много. Порядка десятка на всю книгу. Сейчас я вам еще тут кое-что покажу. Вот, например, вот такие иллюстрации. Все равно приятно разглядывать. Книжку приятно читать. Вот, пожалуйста, очень неплохая иллюстрация. Вот такая вот книга. Есть еще иллюстрации, но на этом останавливаться не буду. В транспорте это не почитаешь. Она большеформатная. Это книга для того, чтобы вот ее поставить себе в библиотеку и читать дома, устроившись удобно в кресле или на диване, положить ее себе на колени и читать. Можно вслух, можно про себя, наслаждаться вот хорошей, качественной печатью и читать хороший, тщательно выверенный перевод. Кстати, в этой серии «Нигмы» изданы, кроме этой книжки, издан «Следопот» и издан «Зверобой». Их тоже можно, в принципе, купить себе, обзавестись в библиотеке такими книгами. Есть у них в этой серии еще куча книг. У меня есть несколько, например, очень хорошо изданная «Венга», могу сказать. А вообще у меня, собственно, вся коллекция начала собираться вот именно этой серии. Именно в эти, это именно нигмовские издания, началось с «Острова сокровищ». Там вообще очень прекрасно изданная книга. Вот она издана лучше всего из того, что было. Еще «Айвенго» очень хорошо издан. Но это я покажу как-нибудь в другом обзоре. А сейчас вот «Последний из магикан». Замечательное издание, одно из лучших, которое сейчас есть у нас в книжных магазинах.